Всем привет, с вами Приен, и сегодня мы по полной испытаем удачу. Скроем три сундука, скроем PvP-сундучок, ну там завоевание натикало, просто бегая в Open World, в принципе, делая квесты, оно спокойно всегда 500-ка набивается. Ну а также придется купить за воина, наконец-то, азеритовую вещицу. Надо будет еще подумать, какую, в какой слот, но пыли точно хватит. Начнем. Начнем со вскрытия сундука. Может, что-то упадет полезное. Ну, я надеюсь, типа 440-я вещица, колечко, 45-я даже, и статы не такие уж поганые прям. То есть, хаста есть, это уже хорошо. Ну, прекрасно. То есть, взамен 420-го оно прекрасно идет нам. Ключик гробницы королей, модификатор текущей недели, как уже вчера было обсуждено в Дискорде. Кстати, ссылочки всякие различные есть в описании к видосику, так что если у вас есть желание получать информацию там чуточку раньше, то присоединяйтесь к нашему обсуждению. Кровавый, мучительный, укрепленный. В принципе, модификаторы легкие. Ну, опять же, все зависит от того, как будут расставлены ашарские мобы. Итак, что по азериточкам? По азериточкам получается так, что есть героик шапка с Аргазова, есть бентосный нагрудник, но плечи еще с прошлого сезона. Так что, скорее всего, я куплю плечи с целью повышения этим левела. Ну и надеюсь, что-нибудь прокнет хорошенькое. Монетки возьму за ресурсы. Завара активность высокая, ресурсов много в текущий момент. Более 10 тысяч, все прекрасно. Что насчет плечей? Так, ну что, смотрим. Что там по трейтам для прота? Что я хочу тут взять? Ну, наверное, это будет кровавый спорт или железная крепость. Я так давно не играл на проте, то что даже забыл то, что нужно из этого брать. Окей, я потом подумаю об этом. PvP-сундучок что нам принесет? Навряд ли что-то хорошее там. Прокнуть должно с целью надевания. 415 нагрудник. Ну, по крайней мере, это какое-то количество пыли, 400, по-моему, ну и 3000 сила азерита. Лишними, конечно, они никогда не будут, это уж точно. Так, а тут что? А, ну, ничего толкового, окей. Квестики взяты, дейлики взяты. Кстати, нек почти 60-й, то есть я как раз специально там накопил еще сундучки, надо будет сегодня их сдать, и лутану 60-й левел. Аддончик новый интересный скачал. Вот, ссылочку на него приложу, конечно, в описании. Там можно прекрасно так вот отслеживать всю репутацию. И я считаю это удобно. Жалко, конечно, что на воина не упала одна ручка. Ведь я уже там сколько, наверное, 20 алдазаров прошел с целью ее дропа. Но, конечно, вчера основательно бомбанув и сказав то, что занимаетесь тем, чем нравится, я просто пошел петов ловить. Это, я считаю, контент достойный. Специально накупил всех камушек всяких для апов, турнир небожителей сделал впервые в своей жизни, так что все прекрасно. Перчатки, хаст верса, но у меня есть еще перчаточки, верса крит с сокетом, ну, скорее всего, 40-е надену. Угу, да, они пополезнее будут в плане стат, скорее всего, хотя надо будет потом еще пересчитать на разок. Так, на ДК получается все, пыли титанов хватает. Нет, не хватает 2000. Ну, если бы я там вместо 10-го закрыл 13-й ключик в какую-нибудь бы там неделю, то тогда хватило. Ну, так как это твинк, я не особо на нем спешу что-либо делать. Что же на монаха упадет? Если на монаха упадет пушка, ну, это будет забавно, как минимум. Ну, ладно. Ножки. 40-е. При условии того, что, в принципе, у меня 30-е ноги с героического фронта дропнулись. Тот, что еще был героем Стромгарда во время фронтов. Ну ладно, все равно это улучшение, конечно, не в тот слот, который хотелось бы. Ну, окей, окей. Все, пыль получена, все прекрасно. Всех вам благ, счастья, здоровья. Удачи в дропе, конечно же, как без этого. Берегите ноги, до скорого.